Участие в них приняли правоохранители из 43 регионов страны. Итоги подвели накануне. Кубанские полицейские заняли 2 третьих и 2 вторых места в различных весовых категориях. Помимо этого, наша сборная стала лучшей в командном зачете и заняла 1 место среди территориальных органов МВД. Призеры награждены кубками, медалями и грамотами. Также по результатам соревнований победители будут включены в сборную России по рукопашному бою.